Презентатор. Во-первых, сейчас посмотрим мальчика. Ну, молодец, похвально, что ты играешь на инструменте, потому что это в любом случае пригодится в жизни. Мы тоже в свое время в музыкальной школе взяли какой-то инструмент осваивали. И сейчас даже кто потерял этот навык, сейчас мы стараемся его вернуть, потому что это очень важно. Сейчас практически все артисты владеют инструментом, потому что они могут играть себе песни, писать песни. Не волнуйся, лично все, больше позитива, может быть. Ну, тебе сколько? 14? 15. Да. Возраст максимализм. Да, молодец. Одержать. Продолжать. Самое главное, не забрасывать спину. Значит, у тебя получается хорошо. Отлично, да. Тем более такой ближний бой, не знаю, мы вот даже иногда. Ну, в общем, тяжело. Да, тяжело. Да, да, тяжело. Я хочу отметить первый дуэт, вообще молодцы. Во-первых, вы подготовились к костюму, это очень важно всегда, сценический костюм, это одна из главных атрибутик. Сразу образ видишь на сцене. Во-вторых, молодцы, вы вообще не волновались. Ручку зажала. Вы волновались, но вы не показывали. Очень самое главное, это справиться со своим волнением, потому что оно в основном мешает. И вот когда ты начинаешь волноваться, нужно выдыхать и выходить, и стараться от этого получать удовольствие от того, что ты делаешь. Молодцы. Ребята, прям глаза посмотрели. Да, не отпускаешь. Настоящий артист. Второй мальчик тоже в глаза смотрел. Третий выступающий. Я вообще люблю, когда на гитаре, я даже на гитаре играла в музыкальной. И когда человек выходит, играет на музыкальном инструменте и поет, песня воспринимается уже совершенно по-другому, потому что это еще какая-то дополнительная жизнь вкладывается. Так, молодцы ребята, порадовали нас, настроение улучшилось у нас, зарядили нас. Бели чисто. Да, молодцы. Слова понятны. Спасибо, спасибо. И мы имеем к вам вопросы. Да.